Секретарь местного отделения «Единой России», глава муниципалитета Андрей Иванов, посетил Голицынский опытный завод средств автоматизации, одно из старейших производств в Одинцовском округе. Сегодня оно является одним из лидеров среди отечественных производителей клеточного оборудования для птицеводства. Завод планирует развиваться дальше, совершенствовать производство. В частности, в ходе рабочей встречи обсудили сотрудничество предприятия с Одинцовским техникумом для привлечения кадров на производство.